прогуляться по лесу. И вдруг нас искусала зеленая красавица под названием Крапивушка. Прихватим с собой небольшой пучок молодых побегов для приготовления борщика, ведь о ее полезных свойствах знали наши прадеды и бабульки. А кто хочет поближе познакомиться с крапивой, смотрите наши другие видео с ее описанием. Чтобы укротить пыл крапивы, нужно обдать ее кипятком, и теперь ее колючки не страшны. Можно спокойно делать нарезку. Подготавливаем картошечку, морковку, щавель, петрушку, лук и зелень чеснока, стакан томата и болгарский перчик. Заранее сваренный бульон добавляем картошку. После того, как она станет мягче и будет распадаться, добавляем морковь, лук, щавель и зелень. Можно также добавить покрошенное вареное яйцо. Перемешиваем. Теперь добавляем перец. Выливаем томат и после перемешивания даем покипеть минут 10. И вот наш борщик готов. А поджаренные греночки сделают зеленый борщ намного вкуснее. Вот попробуйте. Всем приятного аппетита и до новых встреч!